Привет всем ищущим, любящим Бога. У каждого представления о нем свои. Бог, все говорят, Бог так возлюбил, прямо всех возлюбил, не всех возлюбил, тебя любит. И насколько Бог добрый. Добрый Бог. Тема такая, насколько добрый Бог. В чем его выражается доброта? Я думаю, его доброта выражается, во-первых, в том, что он делает. Да, он сотворил все. В принципе, замечательно. Ничего такого не добавишь, не отнимешь. Можно только испортить. Да. Испортить можно, а добавить к этому сложно. Не, ну, конечно, цветы селекционеры там выращивают более лучшие цветы. Животных, такие более удобных. Селекционеры трудятся. Но добавить к этому реально ничего не добавишь. Отнять, ну, можно, да. И Бог, добрый Бог. Бог пришел. Тут, прочитал там комментарий по поводу, что Иисус пришел спасти погибшие, а Вокса проклятие раздает. Ну, не знаю, кто кому что раздает. Это как предупреждение. Говорит, блаженны вы такие, и горе вам. Это что, он проклинал? Не. Или он благословлял? Не. Это, говорит, вот поступающие так, блаженны будут. А поступающие так, горе себе найдут. И все. И приходя куда-нибудь, он имел нормальное прямое общение. И говорил правду, да, истину говорил. А истина почему-то не сильно принимается. Нету пророков соматичества. Почему, не знаю, но как-то так. И истина, она вызывает дискомфорт. Потому что, по большому счету, все, что мы настроили, оно настроено на каких-то иллюзиях в основном. На представлениях ложных. И когда тебе говорят, что это не так, ну, кто-то тебя как бы подначивает. И не хочется. Ты уж так убежден в чем-то, что все правильно у меня. А когда приходят и трясут твое здание, проверяют на прочность, о, это же не хочется. Хотя нормальный человек сказал, ну, давайте проверим, что мы построили. Даже краш-тест устроим. Да, такое. Вот. Поэтому... Говорить о такой всеобщей любви к Богу не приходится, потому что бы вообще не упоминал бы ни одним словом, даже не сказал горе вам. Сказал, все, ребят, я вас спас, я вас люблю, все, прощаю, все покрываю, вообще никаких разговоров, ничего не надо, все в мой сарай, все на пир. Не, ну почему-то есть условия, что любящие и делающие неправду, они вот как-то так останутся ни с чем, любящие, делающие неправду. А это сейчас сплошь и рядом. В мире этом, посмотри, люди любят и делают неправду, потому что это приносит какую-то сверхприбыль. Да, сверхприбыль покрывает все наши издержки и закрывает глаза на истину. Да. Ты получаешь от этого прибыль, от неправды обманул кого-то, обвесил, придумал какие-то необходимые вещи и получил на этом прибыль. Прибыль делает человека, ну, как сатана, из-за больших твоих там промыслов, то, что ты торговал там, то все, ты как возгордился. Да, ты много людей обманул. Вот. А Бог говорит, нет, это так не пойдет. В моем царстве, в моем государстве действуют другие законы. Если вы хотите свои законы утверждать, то вам придется быть им Богом, обеспечивать. А в моем царстве так не будет. Знаешь, как-то. Слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Вот, все. То было сказано древним, а я говорю вам, в моем царстве будет по-другому.
Вы видели, как в этом мире начальники начальствуют? А у моем царстве да не будет. Между вами так да не будет. Вот, потому что если это не будет, это подлежит проклятию. Он это отвергает. А то, что Бог отвергает, он не принимает. Как минимум игнорирует. Говорит, я в этом не участвую. Это не моя воля. Это не совершенный план, это так не должно быть, поэтому я на этом, в моем царстве так не будет. Все, валите куда-нибудь в другое место. Вот так, вот такой наш Бог добрый. Он добрый, потому что говорит истину. Истину. И он говорит, говорите истину друг другу, не лгите. Да, ложь единственная и такая необратимая вещь, которая напрочь отделяет человека с Богом вообще. Ложь, я не думаю, что это в духовном мире кого-то спасло, помогло, и еще как-то ложь. Вот. Поэтому умение говорить истину, умение взаимодействовать по правде, и есть Царство Небесное. Вот. Поступающие так, поистине, они и в вечности так будут поступать. Вот поэтому нам надо вот здесь учиться поступать с другими, не льстить, не заискивать, не лицеприятствовать, да. А будем говорить истину друг другу, да. Ну, сколько нам открыта эта истина. Не надо ее высасывать, если тебе что-то не открыто, но ты просто про это слышал. Ну, не надо заявы такие громкие писать. Мы можем только в том, в чем мы посвящены, в этом и двигаться. Вот так. Вот. Будешь в этом верен, откроются тебе другие порталы больше. Будет все хорошо. Вот, как бы я это сказал. Так что не думайте, что Бог такой. Ну, с самого начала не захотел принять подарок Каина. Не хочет он этого. Ну и это его суверенное право. Думаете, что-то поменялось? Нет, ничего не поменялось. Приноси. Если что-то хочешь, там написано очень хорошие вещи. Если кто-то на тебя что-то имеет, а ты идешь к Богу, то оставь свои дары, иди, имей отношения с ближним, а потом приходи ко мне. Вот, это самое трудное, что у нас есть, самое большое препятствие. В семье, между мужем и женой, детьми, кто-то на кого-то может что-то иметь. Соседи, на работе, в обществе. Вот. Поэтому, говорит, не спешите, не ломитесь в двери, а живите друг с другом по-божески, как должно жить. И реально, тебе будет хорошо. Должно быть хорошо, по идее. Ну, если не захотят. Вот. Ну, опять же, надо говорить истину друг другу, не врать. А нас уже законы придумают, все основано на вранье, страхах, вранье, запугивании, манипуляции. Как бы не дай Бог кому-нибудь манипулировать именем Бога здесь и в другом месте. Да, стращать людей буквой. Это не хорошо. Не надо стращать. А просто говорить истину в любви. Научиться любить. Вообще-то смысл всех наших ученичеств, быть учеником Христа, это научиться любить и говорить истину в любви. Вот. Это самое трудное, что можно. Ну, самое, ну, больше ничего нам и не надо. В принципе, ничего больше не надо. Истина в любви и близость с Богом. Я думаю, больше ничего от нас и Бог и не требовал, требовать не будет. Любовь, истина. И жизнь будет правильной. Тут отлетают последние листочки, смотрю. Летают последние листочки. Прошло лето, заканчивается осень. Туман, холодно. И все с этим смиряются, потому что так должно быть. Ты не можешь сказать, да не будет, будет лето, круглый год. Нет. Так установлено Богом, вот в этой широте.
Хочешь по-другому, едь в другую широту, на экватор, там, где все время лето. Там нету зимы, такой осени, там все по-другому. А в этой широте такие правила. Вот, осень заканчивается, будет холод, зима. И ты это зная, готовишься в жизнь, там, собираешь себе запасы, еще что-нибудь, готовишь семена, отделяешь на это, и живешь, радуешься, и не противишься, просто принимая все как есть. Так вот, принимать Бога таким, как Он есть, и друг друга поистине, это счастье, я думаю, счастье другого просто не бывает. Когда мы знаем все как есть, тогда мы успокаиваемся, мы не придумаем, не раздражаемся, не огорчаем, иллюзии не строим. Поэтому свет Божий пришел в мир и рассказал, как было, как есть и как будет. С этим спорить не надо. Да, мы можем в этом себя найти и просто жить в победе. Находи себя и живи в этом месте, куда тебя Бог поместил. Будь в этом месте источником истины, правды, света и любви. И будь все хорошо. С вами. Всем пока.